Крылья Советов обыграли Рубин и вышли в 1/4 Кубка России. Сложнейший матч самарцы провели в Казани. Сильный прессинг со стороны хозяев, снегопад и чужое поле не смогли помешать команде Андрея Тихонова одержать такую важную победу. На 33-й минуте отличился Сергей Корниленко. Форвард пробил головой в пустой угол ворот после точной передачи Георгия Зотова. На 55-й минуте преимущество удвоил полузащитник Азералиев. Канзасцы отыграли один мяч спустя 4 минуты, после чего устроили штурм ворот Конюхова. Однако счет на табло до конца матча не изменился – 2-1. В 1/4 финала Кубка России крыльям Советов предстоит поединок с действующим чемпионом РФПЛ – московским «Спартаком».